Привет, друзья! С вами Данила Жонглёр. Я думаю, по названию ролика и поначалу вы уже поняли, что сегодня мы будем собирать мне новый лук. Я, как говорится, поднял бабла и появились денежки на шмот. Ладно, что, денежки мама дала. Так вот, и я уверен, что к концу ролика я буду выглядеть идеально, а не как сейчас, как полный старпёр. И я думаю, вы уже заметили, мы сейчас находимся в торговом центре, и мы будем ходить по магазинам, искать что-то интересное, подходящее, сочетающее. В общем, вот. Я вообще планирую сменить кроссы, штаны и худи. Ну, потому что, честно, меня задолбал вот этот лук. Надеюсь, что к концу ролика-то буду выглядеть, ну, прям намного лучше. Ну, в принципе, все. Начнем это с кроссовок. Желаю вам приятного просмотра. И, друзья, я уже примерно знаю, какие кроссовки я себе хочу, так что погнали смотреть. На, даст. На, ну, все, все хорошо. Не, мы не в ТикТок, мы на Ютуб. Все хорошо. Хорошо, понял. И, друзья, в общем, не спрашивайте, откуда у меня эти кроссовки взялись вообще. Мы пришли в магаз, нас начали отшивать, я надеюсь, вы слышали. Нельзя снимать и так далее, оденьте маску, короче, забейте. Самое главное, кроссы на мне, они стоят 11 тысяч. Я этому очень рад, но они прям очень крутые. Я прям их, на самом деле, ну, не совсем давно хотел, но я их хотел. Все, кроссовки у нас есть, первая миссия выполнена. Сейчас надо что-то подобрать, какие-нибудь штанишки, чтобы выглядеть довольно круто. А потом уже худи. Погнали выбирать штаны. Твоя жизнь дешевый порн отражает. Расскажи мне что-то вновь. Меня все это поражает. Хочу, ты не... Ребята, что за пушка у меня в ушах сейчас играет? Вы не понимаете? Если вы не знаете, кто это, то это очень стыдно не знать. Очень. Если вы не знаете, переходите по ссылке в описании на Киллера, на мою группу, и слушайте его треки. Но не знать — это очень стыдно. Играет Киллер. Переходим, слушаем обязательно, я вас прошу. Если вы не знаете, то переходите и слушайте. Ну, пожалуйста, все, переходим, слушаем. Я даже больше ничего говорить не буду. Все. Многие ходят в таких вот клетчатых брюках. Я, конечно, покупать пока что не планирую. Я хочу просто примерить, посмотреть, как это будет выглядеть с этими ботинками. Может быть, это будет выглядеть хорошо, и можно даже будет их приобрести. Цена у нас 2790. Давайте померим, посмотрим. Может быть, они даже подойдут, и тогда мы их приобретем. В общем, ребят, я уже померил эти штаны. Готовы это увидеть? Смотрите. Вот так вот это выглядит. Честно сказать, как-то не особо это хорошо выглядит. Я выгляжу, если честно, как вообще какой-то клоун. Клетчатые штаны под кроссовки. Честно, не очень хорошо сочетается. В общем, вариант этот не рассматривается. Будем искать какой-нибудь другой вариант. Может быть, найдем что-нибудь получше. И, ребят, это уже второй магазин, в котором мы ищем штаны. И я сразу, когда зашел, прям издалека увидел. Ну вот они, вот это то, чего нужно. Посмотрите, красный цвет, белый цвет. Ну прям идеально под эти кроссы. Мы сейчас померим, надеюсь, это будет очень сочетаться. И выглядит очень стильно и красиво. В общем, смотрите, сейчас я вот такой. Ну, ребят, ну посмотрите же на это, совсем другое дело, совсем другое дело. Просто сочетание идеально. Ребят, ну и посмотрите, мы купили уже и кроссовки, и штаны. На мой взгляд, это выглядит намного лучше, чем был первый вариант. Ну и сейчас мы идем за последним, это за худи. И, ребят, это первый магазин, в котором мы ищем худи. И мне уже прямо она издалека понравилась. Скорее всего, я ее приобрету. Посмотрите, такая довольно прикольненькая. Давайте вообще на цену посмотрим. Она будет стоить 1600 какая-нибудь. А, нормально, 3000, нормально, идеальный вариант. Либо вот такая вот, тоже неплохой вариант. Вот такой вот худи. Тоже по цене на 3000.
тоже такой довольно неплохой вариант. Сейчас что-то померим, что-то выберем. Если уж не понравится, не подойдет, то пойдем в какой-нибудь другой магазин. В общем, ребят, я в примерочной. И выгляжу я примерно как-то вот так. Опа, и стал я выглядеть как-то примерно вот так вот. Здесь какая-то примерочная, вообще неудобно, я вам показать полностью не могу. Вообще, ну ладно, хоть как-то. Я вот все, я вам просто говорю, я беру, не раздумывая. Она мне очень понравилась, ничего мерить, никуда заходить больше не буду. Она понравилась, и прямо сейчас иду на кассу и покупаю. Возможно, она мне какая-то большая, не знаю. Ну, в целом нормально, на вылет еще взять. Если мой капюшон еще такой прикольный-прикольный, вон, чекайте. О, такой прикольный в капюшоне, в общем, все, беру и покупаю. Ну, друзья, вот и вывод. Походив полтора часа в торговом центре, вы спокойно и легко можете подобрать себе красивый, сочетательный, стильный лук. Как сделал это я. Согласитесь, вот посмотрите на мой лук, как я выглядел до этого и как я выглядел после. Просто небо и земля. Я считаю, что второй вариант намного лучше. Довольно дорого все обошлось. Кроссовки 11 тысяч. Штаны 2300. И худи 3000. В итоге это все вышло на 16 300. Где-то вот так вот. Ну, вы также можете потратить на это время, но зато вы соберете себе довольно стильный и неплохой лук, на мой взгляд. Также я знаю некоторых таких, приходят, вот, мне понравилась эта шапка, красного цвета прикольная, а вот мне там понравились эти штаны, вроде такой зеленый цвет нормальный, и вы будете выглядеть, как, не знаю, как разноцветный, не знаю кто, и это не особо очень красиво выглядит. Обязательно подписывайтесь на мой канал, я вас прошу, я очень стараюсь, мы столько тратим на это времени, пожалуйста, я вас прошу. Ну и все, всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока.